Итак, всем огромный привет, с вами Максим, компания «Элита Сочи». И сейчас мы с вами по вашей просьбе оказались на Красной Поляне. И, конечно же, сейчас мы с вами посмотрим хорошую квартиру, которая продается. Сразу скажу, цену я напишу чуть позже в комментариях, потому что владелец еще пока цену не определился. Давайте я покажу себе квартиру. Что из себя представляет эта квартира? Эта квартира находится на Красной Поляне. Улица называется Трудовой Славы, 4. Эта квартира у нас подходит как для постоянного места жительства, так и для отдыха на горнолыжке. Вот заходим с вами сразу налево. Мы сразу попадаем с вами в кухню-гостиную. Такая хорошая, большая кухня-гостиная. Очень дорогая мебель. Не просто дорогая мебель, мне сказали. Скажите, пожалуйста, что очень дорогая. Очень дорого ее взяли. И, конечно же, она здесь остается. Дальше у нас получается вот такая у нас мебель, да, тоже. Все довольно-таки интересно, красиво, огромный холодильник, техника. Сразу скажу, эта квартира 100 квадратных метров. Сразу она имеет у нас, так скажем, статус квартиры именно, прописка, поэтому проблем здесь ничего нету. Можно жить, проживать. Находится на Красной Поляне. Мебель довольно-таки вся хорошая. Это у нас Италия. В принципе, по старой работе я ориентируюсь. Могу отличить. Значит так, искусственный камень, но в принципе сделан довольно-таки неплохо. Все сделано хорошо, сделано безупречно. И давайте все-таки с вами посмотрим, что же здесь еще есть. Это у нас кухня с гостиной, да? Вот в таком ракурсе ее оформили. Вот так вот она примерно у нас будет выглядеть. Хороший, красивый люстр со вкусом подобранный, отличный потолок. В общем, мне здесь нравится. Само собой, на входе у нас такие тоже сделаны, под классику у нас сделаны ящики, да? Санузел. Санузел общий. Здесь у нас в этом санузле, как положено, у нас есть унитаз, душевая кабина. И, конечно же, у нас здесь нормально, хорошо можно развернуться. Теперь давайте посмотрим с вами детскую. Детская комната у нас... Вот такая, да, хорошая детская. Я сразу хочу обратить везде очень хорошее, качественное такое напольное покрытие. Вот такая детская. И давайте посмотрим, куда у нас открывается вид. Сейчас, секунду. А вид у нас открывается на горы. Вот такой вот хороший полноценный балкон. Вид на машину и вот у нас вид на горы. Здесь школа находится на расстоянии 50 метров. Вот такая у нас комната, да? Надеюсь, вам нравится, так же, как и мне. По цене, еще раз скажу, пока еще не определились, потому что сейчас решат, сколько оно стоит. Очень хорошие, качественные двери, притом такие вот массив дуба. И вот у нас взрослая спальня. Да, взрослая спальня. Вот такая должна быть огромная, хорошая, полноценная спальня. Гарнитура, которая у нас спальня, здесь стоит 1,5 миллиона рублей. Тоже все очень хорошее, качественное, все это остается. В этой квартире никто не жил, сделали ремонт и продают. Сразу скажу, почему продают, потому что в этом доме у них 3 квартиры. И считаю, что это уже небольшой перебор. Вот такой вот у нас, так скажем, такая вот у нас красивая получилась огромная спальня с интересным мебелью. Ну и, конечно же, в этой спальне взрослой, да, есть свой санузел с хорошими современными ящичками. Вот такой, да, большой, хороший, удобный, есть ванна. В общем, все сделано с умом. Все встроено, да, ничего не торчит. Все безумно дорого, все хорошо сделано. В общем, вот такая квартира есть. По цене я вас ориентирую прямо чуть попозже. Еще раз повторюсь, эта квартира подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха в зимнее время. Очень хороший дом, статус квартиры, все здесь сделано безупречно, все здесь сделано отлично. И, конечно же,
Конечно же, я могу сказать, если есть желание купить готовый под ключ, при этом, чтобы до вас никто не жил, это отличный вариант. Даже не просто отлично, а потрясающий. Я раньше воспринимал Красную Поляну как колхоз, думал, кому здесь может понравиться жить. Раньше реально так и рассуждал. Сейчас, конечно, я уже рассуждаю немножко по-другому. Другое дело, что Красная Поляна не каждому по карману. Это другой вопрос. Но в целом здесь, конечно же, хороший вариант иметь квартиру, особенно если она будет вот такая хорошая, большая, просторная. Конечно, это огромный плюс. Ну и если вас заинтересовала эта квартира, большим удовольствием готов вас проконсультировать и, конечно же, продать. Ну, с вами был Максим, компания «Элита Сочи». И сейчас мы были с вами в хорошей, шикарной квартире, в которой еще никто не жил, со свежим ремонтом, даже пахнет так все по-свежему. И все, покупайте, покупайте. Я с большим удовольствием помогу оформить вам эту сделку. Всем пока!